Сегодня я приступила к работе над второй частью подземелья. Леса Сноудена. Не знаю, я сейчас без сценария говорю, так что... Руины закончены, я сейчас их буду показывать. Нажму сейчас видео на паузу и встретимся через раз, два. Получилось некрасивый переход. Раз, два, три. Гора. Я сделала гору. Но по ней забраться достаточно тяжело, потому что я поставила тут... Ну, не тут. Вот эти вот деревья не считаются. Их сделала, чтобы просто не было пустого места, да? Вот эти вот деревья, которые я поставила, они достаточно мешают. Поэтому я не буду мучиться и сразу полечу к входу. Вот эта пещерка. Вообще, надо было бы ночь поставить, так будет красивее. Так что минутку, секундку. Таймсет. 0. Никт. Вот. Так, вот у нас вход в пещеру. Здесь растут сухие растения. Мне стоило бы как-то более разнообразие вести сюда. Минутку. Вот как-то гораздо лучше. Вот это растение, об которое заступилось чаром. Угу. Это очень логично. Лоза спускается, паутинка, все логично. Вот снизу там голубые цветочки. Пинк. Колонны. Две колонны вполне целые и две разрушенные. Сделала полянку из коралла желтого и водички под ней, чтобы он не засыхал. Идем. Пещера такая у нас тут. Тут у нас написано... Господи, как темно. Короче, там написано... Lane go to recess rule the earth. Простите, у меня... Минус 2 по-английскому. Привет, Флауи. На него падает красивый цвет. Поэтому здесь растет трава. Все логично. И вход в руины такой. Такой эпичный вообще. Потолок и люса со свечками. И здесь спуск вниз. Но как бы в оригинале спуск подъем. Подъем вверх. Моя ошибка. Просто ошиблась. Если бы я делала вверх, то я бы уперлась. Вышла на поверхность, точнее, так что... Не обессудь. Я сделаю украшения, вот, цветочки, там, лоза. Ну, так же гораздо красивее, ну, согласись. Вот, собственно, такое что по такому же типу делала. И спускаемся теперь. Черное стекло с чем тут стоит. Оно тут не просто так. Головоломка с кнопками. Фонарики. Я делала фонарик из... Фонарика и железного прутья. Кое-где факела стоят. Вот таблички, не хотела ничего писать. Вода вот стекает. Блин, упала. Вода стекает. Ну, ничем интересного. Я быстро пройду. А, да, вы видите? Вот, как это... Анфани, мистер Анфани замечал. Вот ступеньки, тут вот плиты. Угу, да. Комната с манекеном. Опять же, цветочки. Ступеньки. Цветочки, лоза. Вот тут я сделала, смотрите, канал с водичкой. И она продолжается там, там, и вот сюда выливается. Прикольно я придумала, не так ли? Шипы из железных люков. Длинная комната. Колонна. Одиноко стоящая, подозрительная такая. Угу. Комната, где начинается свобода, я так скажу. Вот он тут у нас находится... Чашка с монстр-конфетами. Вот, видите, монстр-канди. Угу. Тут также водичка и красивые кварцевые ступеньки. Цветочки, лоза, фонарики. Кстати, лоза. Лоза не разрастается, потому что я прописала код. Опять же, лоза. Вот это... Опс, пардон. Кнопочка. Это камушек тот самый, только маленький. Не бейте. Шипы, кнопка, все понятно. Нажимная плита, цветы, длинный коридор. И сейчас мы... Я не придумала, не хотела придумывать механизм, который бы как бы нас заставлял падать вниз. Поэтому я просто покажу, что находится снизу. Ну, что сверху. Вот мы падаем прямо на фонарик. Какая же я везучая. Вот. Ну...
не сильно интересно, но гораздо интереснее вот. Красивая такая дверь. Заходим. Тут у нас железная дверь. Я взяла плиту из тропического дерева, не знаю, просто он очень хорошо смотрится с розовым. И вот. Пойду закрою и продолжим дальше. Хотя, возможно, сразу я кое-где переборщила. Опять же, вот камни. Вот этот вот самый камень, который с нами заигрывал. Это странно. Ну ладно. Сыр! Вот тут находится сохранение. И сыр! Я люблю сыр! Обожаю. Обожаю врать. Я ненавижу сыр. Но сырки люблю. Не та тема. Комната с пауками. Такой странный потолок, разрушенный, наверное, от старости. Комната, по-моему, тут лягушки находятся, фрогеты. Да, 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 не ошибаюсь. И... по такому же принципу не хочу как-то особо показывать, там ничего интересного нет. Сами посмотрите, ха. Комната с колоннами. Вот, я сделала рычажки. Это, получается, голубой, желтенький. Или зеленый, не помню, и красненький. И барабанная дробь. Не было лень это делать, извините. Простите. Простите, пожалуйста, ради Христа. И, собственно, комната, где у нас уже виднеется дом Торель. Я на него показываю, если вы не видите. И то, ради... То, на что я потратил очень много времени, сил и фантазии. Столица монстров дом! Видите это? Башни, домики, всякие разные. Везде есть везде паутина, немножко выбитые стекла. Ну, мебель, разумеется, нет, потому что... А вы догадайтесь, почему. Но разнообразные крыши. Где-то вот такие крыши, где-то вот такие. Тут, смотрите, видите? Дом висячий, господи, как я до такого додумалась? Да я же гений. Башня. Я хотела сделать замок, но поняла, что места не хватит. Как-то... Ладно, ну что. Дом такой на обрыве. Вообще, песня. Можно, конечно, по нему пройтись. Я тут даже дорожку сделала. Не знаю, от чего бы начать. Так, буду полетом смотреть. Вот. Вот, вот. Ай! Ладно, покажу все-таки. Вот, всякие пещерки. Вода, мне очень вода нравится. Тут есть какой-то водопад, который так очень красиво каскадом ложится. Кажется, вот этот вот. Да, да, этот. Смотрите, вот, вот это. Вот это, вот это, вот это. Все они соединяются вместе в разные водоемы. Река. Там я поставила морские огурчики, которые светятся прекрасно. Морская трава. Как что все красиво. Я плачу. Как это все прекрасно. Сейчас разревусь. Поднимаемся по справа лестнице наверх. Идем, 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 идем. И тут башня. Ну, ладно. Помню, я даже смотрела видео. Обзор на какое-то украинское шоу, пока я строила эту башню. Да. Ну и... Ладно. Зайдем, будем заходить в дом Торель. Там будет кое-какая пасхалочка. Простите. Дерево. Сухое дерево из... Вот это, кстати, было лишним. Надо было... Стоп, это... Разговор закрыт. Сухое дерево, корни, листья, цветы, арбузы, тыквы, растения, факела. И дом. Заходим в него. Как-то да, уже что-то мне... Ладно, вру, мне очень нравится дом. Такой он получился достаточно уютненький. Вот просто, не знаю, растения, наверное, какие-то. Вот это, соответственно, растения. Опять растения. Шкафчик. Лестница вниз. Люстра. Какие-то непонятные узоры из песчаника, столовая-гостиная с прикольным камином, картинки, книжки, все понятно. О, смотрите, что я сделала. Вот это вот мне очень нравится идея, типа, вот, такой вот, как бы, вид из окна на горы, восход, грустно, я плачу. Заходим на кухню, как-то мне она не очень нравится. Тортик, есть я его не могу, потому что я в креативе, кстати. Еда. Блин, смотрится на самом деле убого. Как-то бы надо было по-другому сделать. Он может... Раз, два, три. Это была плохая идея, я вернула, как все это было. Возвращаемся. Шкафчик с головой ужасного создания, которого мы все ненавидим.
Теперь желтый подозрительный коридор, который меня очень напрягал в игре. Блин, вот этот вот блок желтой керамики, он прекрасен, он такой красивый. Такой нежный цвет, нет, яркий, достаточно такой приятный. Я его и здесь использовала. Хотела сейчас использовать красную шерсть, но выглядело очень достаточно похабно. Вот, кроватка, ящики, всякие сундучки, книжка, желтый цветок, золотой цветочек. И выходим. Ну-ну-ну-ну-ну. Вон туториль. Знаете, вот этот вот, типа, потому что она высокая, вот для нее тройная дверь. Как бы это все равно не работает. Но иллюзию создает. Ладно, ладно. Кровать для нее большая, трехместная, флаг Дельта. Дельта. Руна Дельта. Разумеется, не я это придумала, спасибо интернету. Вот это как бы лист бумаги, да? Угу. Кактус. Там, конечно, кактус и такой был, но ничего нового нету, извините. Ну и не сильно интересно. Мне нравится вот этот акацевый бревна. Они очень красиво сочетаются с синими стенами. И комната на ремонте, не заходить, сдохнешь. А посмотрим, что там. Мы сильно, мы ничего не боимся. О, что это там такое? Да не знаю, не я же строила это здание. О, бля, при... Опля, привет. Опля, я сказала опля. Я сказала опля. Опля. Все, разговор закрыт, пожалуйста. Не бейте, лучше обоссыте. Летаем и проходим вниз. Немножко, конечно, накосячило. Здесь вот короткий коридор. И здесь, наоборот, он длиннее, чем нужно. Ну, мне нравится дверь, которую я сделала. Вот только сверху не сделала эту рамку, потому что не позволяет Майнкрафт. Тут как бы так просто ты не нажмешь. Надо как-то подобраться с краю. Заходим. И, собственно, Сноудин. Не знаю, показывали ли его. Конечно, показывали, над ним старалась очень сильно. Мне вообще такое ощущение, как будто я что-то упустила. Ладно. Сноудин, привет. Я бы осталась здесь жить и умереть. Ба!